Собираем дальше грибы, короче. Это только что заметил. Раз грибок, этого я не бачу. Вот этого вот и по-давному не бачу. О, третий. А заметил сразу этого. Да. И во в сторонке еще одного. И перед этими нашел еще там одного в кустах. А эту местинку пропускал, я там вот только что ж брал. А сюда не подходил к просеке, думал, не будет. А тут их вот 5 штук на месте. Протираем и в ведро. Стеру песок, да почищу. Заметил одного, а оказалось 5. Это пробегал троху вокруг. Ну, еще нашел, наверное, штук сколько там. Пару. И там 3. Около 5 где-то нашел. За минут 20. А это вот только что. Вот этого я нашел минут 10 назад. Того гриба. Да пробег назад, где вот только что собирал. Думаю, гляну сюда, к просеке этой. А тут просеки. Косяк целый, их семейство. Это старенькие, а это уже белые. Один старенький, 4 белых получается. Я уже одного положил. Чистка, конечно, много времени занимает, но с песком не будешь ложить их в это ведро. Хотя все равно дома будут перед сушкой чиститься, ну меньше песка будет, а так. Если ложить с этим песком, так и поры позабиваются в шляпках все. А этот на бабах под березовик. А еще полазают вокруг. Может, еще повезет. Сильно обрезал, ну ничего. Так, идем дальше. Так, тут брал. Короче, вокруг. Куда ни ступи, грибы. Это же я брал рядом. Не заметил тут за соснами. Пройду еще. Листья пестрые, так не видно особо. Ну, сосонечек небольшой. А гриба ведро. Нарезал. Еще и батька мой пришел, нарезал, может, штук 20 уже тут. И до этого штук 40, наверное. В машине у меня стоит так вот почти в ведре. И еще набрал вот. Сегодня, короче, грибов. Если вместо сложить все, то будет 3 ведра стабильные. Надо будет топить печь, сушить. О, грибок. Потихоньку крутимся, грибы попадаются.
Открышил ножку. Ну, не всю. О, грибок. Я его не заметил. Что-то тут за пригорочек таки поднимаем. О, под пригорочком гриб. Прямо нашли под листьями, под иглицей. Он белый, солнце не бачу даже. Старенький, правда, ну. Но...